Я еще помню жизнь до войны. Помню, что когда-то мы были другими. Мы жили там, наверху. Мы были хозяевами всей земли. Мы возводили огромные города из стекла и стали. Мы бороздили океаны. Мы подчинили себе небеса. Нас было 7 миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом. И я это помню. Все миллиарды сгинули в последней войне. От них осталось всего 50 тысяч человек, укрывшихся под землей, поверхность которой была отравлена, сожжена и кишела чудовищами. Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабеет. И наши внуки, или внуки наших внуков смогут вернуться туда. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят. В общем, надеяться нам сразу было не на что. Но мы, люди, просто не умеем сдаваться. И не сдались. А собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле. Какое-то время нам казалось, что все получится. Но, к сожалению, война не убила наших старых привычек. Во тьме туннелей наши пороки разрастались, как плесень. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали на ее пути. И с каждым днем их становилось все меньше. Но я помню, что мы были рождены для другой жизни и не согласен умирать под землей. Пусть меня считают идиотом. Но если остался еще хоть осколок того старого мира наверху, я должен его найти. Между годами серого существования и мигом надежды я выбираю надежду. Я должен поймать сигнал.
Ох!
Давайте! Держись! Сейчас откопаю! Эй, это Артём! Артём? Артём, какого хрена? Ранен! Артём, держись, дружище! Они его, считай, помяли только. Возвращаются! Всем внимание! Нашёлся герой! Чё с дороги! Ночь на станции! Но врачам я сказал... Понял, открывай тогда! Вперед! Смотри, спартанцы! Опять Артём по поверхности шастал. Делать ему, дураку, нечего. Прикусти язык. Он же нас спасал. Князь, подожди. Куда дальше-то? Налево, через площадь! Дамир, как считаешь, полковник в курсе, чем Артём тут занимается? А мне откуда знать? Сам у него спроси. Он с кольца на связь выходил, завтра будет тут. Откуда взяла, если свет еще не включили? Эй, а ну отстаньте от него! Я сам убил из рогатки! Брось, Дамир! Ага, пусть учится защищаться! В метро слабакам не охрана, выжить! Охрана, подъем! Держись, Тёма! Сейчас мы тебе вольем свежей спартанской крови! Артём, проснулся наконец-то. Доктор сказал, все будет хорошо. Ты меня окончательно сосвету жить решил? А что, если ты в следующий раз не вернешься? Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Полковник! Здравствуй, Саныч. Все, не успокоишься никак. Уперся, как баран. Сколько я тебе уже говорил. О себе не думаешь, это ладно. Твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих. Но ты о ней думал. Она же тебя, дурака, любит. Папа, не надо. Ты из ордена ушел ради этого. И я тебя тогда понял. Хотя после Д6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? А, ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис. Пойдем, надо поговорить. Я сейчас врача позову, а ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Ну, скоро увидимся. Артём, мы вас опять вытянули с того света, но... Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо как-то, не считаете? Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете? Молодцы все же спартанцы. Артёма выручили. Да, молодцы. Здоровики и такие. Честно говоря, уж и не помню, когда таких видел. Да уж. Только вот на поверхность слишком часто ходят. Рискуют. Ну, а что им остается? Служба такая. Служба службы, но если они так и дальше будут. Да, Артём, вам бы поберечься, не рисковать зря. Даже если где-то еще есть выжившие, нам они не помогут. А сколько, по-твоему, можно высидеть под землей? Да сколько угодно.
Дядя Артём, а я вам верю. Вы возьмите меня с собой. Пожалуйста, когда найдете, где это? Сколько нас осталось? 10 лет? Сейчас уже шить нечем. Про препараты я и не говорю. Артём, сколько можно? В одну самого крыша поехала. Так хоть и ему голову не морочь. Не смей. Ему покой нужен, а он после твоих рассказов заснуть не может. Господи, ну почему ты такой жестокий? Как ты можешь, а? Мы ничего не высидим. Запасы кончаются, да и нас все меньше. А мутантов все больше. Они все крупнее, опаснее, хитрее. Рано или поздно нас сомнут. Деваться, понятно, все равно некуда. Но и сидеть сложа руки они не могут. И тут я их понимаю. Артём, я понимаю, мы в тупике, и выход из него искать нужно, но мне кажется, лучше заниматься этим не в одиночку. Тем более, что ребята из Ордена в очередной раз пришли вам на выручку. Думаю, командир готов принять вас обратно. Так стоит ли терять время на нашей станции? Решать, конечно, вам, но если бы спартанцы позвали меня, я бы не задумывался. В любом случае, удачи. Я что, предлагаю выпрощайся в поле? Но вот так грубо себя. Хотя, конечно, кто знает. Может, они в Д6 карты секретные нашли. Ищут теперь по ним склады какие-нибудь. Надеются на что-то. Никакие склады уже не спасут. Что там на них сохраниться можно? Столько лет прошло. Помочь может только полная эвакуация. Но... Куда эвакуироваться? Ну, и что тогда делать? Что и значит, завернуться. И вообще, хватит думать только о себе. Хватит? Не знаю, если честно. Ты же знаешь, как нам сейчас не твоё. Но они хотят спасти. Вы с вашим опытом должны учить новобранцев. Вы можете спасти уйму жизни. А? Ну, сколько может вас уговаривать? О, какие люди! Артём, здоров как бык! Но ты, брат, конечно, дал. Тёмыч, как ты, дорогой? Вижу, жив, бродяга. Ну, сейчас устроим пир. Артёмыч, еще пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже. Как там, господи, сестрички? Ну, ты да как всегда. Да хватит вам, оставьте парня в покое. Брат. С возвращением, Артём. Ладно, все, разошлись. Даю вам 2 часа на все про все. Ура! Ура! О, сейчас устроим! А у меня как раз с собой было. Ну вот, начинается. Только, плиз, не как в прошлый раз. Держись, Артём! Опять тишина? Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда зиммитер щелкает. Да еще эти вон, красавцы, летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Артём, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Молчит, Артём, потому что умер. Загулялись мы. Пора фильтры менять. Ну-ка, смени фильтр. Мало в больнице лежал. О, отец меня убьет, если узнает, что я с тобой пошла. А если узнает, что мы были в закрытой Канзой зоне? Ты тут все руины уже облазил. Видишь, как город разрушен. А у Москвы была самая мощная ПВО в стране.
Если тут все в таком виде, представляешь, что в остальном мире творится. Так что тут наверху жизни нет. Метро наш единственный дом. Может, все же вернешься в Орден? Переедем в полис, а? Отец квартиру обещает. Потому что если не мы, то кто? Квартира со своей кухней и душем. Так, давай по одному, чтобы не завалилось. Теперь ты... Самое худшее, пожалуй, позади. Черт! Слышал? Фонарь потуши. Слышал? Слышали, видно, что мы с крыши спускаемся и затаились. Умнее, твари. Давай, ходу, Артём. Теперь вся округа знает, что мы здесь. Ничья. Повезло нам, что твари ненавидят друг друга не меньше нас. Не пойму, почему эта зона закрыта для сталкеров. Фон обычный, твари те же, что и везде. Стой. Вот и стая. Ну что, устроим им термопилу, спартанец? Или подождем, пока прибегут? Ждем. Ждем. Все, похоже, можно идти. Хорошо, что не заметили. Здоровая была стая.
Может, потому зону запретной объявили? Ну, раз тут стаи такие здоровые. За поездом гонится. Артём, давай к ним. Ребята, вы как здесь оказались? Видели, что там едет? Эй, давайте быстрее. Разобрались бы сначала, уроды! Артём, слава богу, это не орден, ганзовцы, козлы. Ох, ну и видок у тебя. Ну ничего, отец им задаст. Дочка, а что у вас тут в Москве-то вашей происходит? В смысле у вас тут в Москве? Можно подумать, вы не отсюда. Так не местные мы, деревня наша километров 200 отсюда. Какая деревня? Вы не из Москвы? Деревня как деревня. Пришли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался, и ни слуху, ни духу. А тут нас с этим схватили. Там что, есть жизнь? А чего ей не быть? Не везде, конечно. Мест гиблых много, и нечисти развелось. Но живем помаленьку. Артём, ты был прав. Там правда люди живут. Мы не знали. Думали, мы одни спаслись. Господи, приехали. Мы теперь всему метро расскажем. Бабка и пацан на выход. Эй, я не поняла, вы же нас черти куда завезли? Ничего, разберутся. Противогазы хоть верните. А противогазы не понадобятся. Керапаш! Дурак, а мог бы жить дожить. Поехали.
убраться бы отсюда поскорее. Толку стоять тут. И пикнуть не успеешь, если что. Ага. Видать, стражи прорвались. Хана рабочим. Держи выход на мушку. Если что, полезет, полезет. Внимание! Включение поворотного круга! В котлова. Смотри, если выйдешь, значит одумался. И что, больше никаких. Не люди. Как же так? Что же поделать? Тварь не босс, страж! Человек? Как вы... О, господи! Так это она про вас кричала! Живой! Вы за ней? Так... Я помогу. Хоть какой-то толк с меня. Так... Девушку отвели на допрос к начальнику базы. К парадному входу провести не смогу. Охраны куча, но в обход, может, и получится. Идемте. Только не спешите. Заметят, и конец нам обоим. Стоп! Вам на свет лучше не показываться. Давайте-ка вот как сделаем. Вы отключите щиток освещения, а я пока этих отвлеку. Чинили, товарищ сержант. Сеня, сходи за работягами, пусть проверят. Не спешите. О, какой ты ермак вежливый стал. Пригнитесь и не шумите. Видите лестницу? Тихонько подберитесь к ней. Держите стены. Ермак, ты что ли? Чё ты там бормочешь? Иди сюда, помоги починить! Так точно! Уже бегу! Давай, давай! У тебя-то руки точно не из жопы! Ермак, что ты там копаешься? А я, это, шнурок развязался! Иду, иду уже! Семён Михайлович, генераторная поломка похожа! Вам чего? Туда? Вот еще ты меня получишь, вот это что? Иди лучше здесь проводку проверь. Все под контролем. Не парься. Давай, давай, шевелись. Стойте. Придется вам его вырубить, сумеете? А только не шумите. Что ты там бубнишь, а? Не твое дело. Эй, Ермак, пора. Старость не рад. Идемте.
Погодите, погодите. Стойте. Вот ведь прямо сюда смотрит. А нам в ту дверь нужно. Попробуйте отвлечь его. Вон мусор всякий. Киньте рядом. Мусор. Отлично, теперь кидайте. Надеюсь, шум его отвлечет. Отлично! Идемте, скорее. Проходите быстрее. Удачи вам. Лежало, я и умыкнул. Надо бежать, пока они не разобрались. Охрана! Быстрее сюда! Вам надо пробраться через двор, вон в те двери, откуда охрана выбегает. Идемте. По всем неизвестным огонь открывает. Ермак Андрей Иванович, машинист паровоза. Бегите. Главное, приберитесь в ангар, а там Бог даст вывезу вас. А меня не знают, внимания не обратят. Андрей Иванович, зачем вы нам помогаете? У меня была... позже расскажу, надеюсь. Берегите себя! Тёма, здесь враги. Подсади меня! Видно плохо, вьюга началась. Тёма, не забывай про датчик видимости. Если не суетишься, не лезешь на свет, заметить тебя сложно, и индикатор не горит. И в
фонарик не включай зря, могут заметить. Артём, к тебе идут двое. Попробую прикрыть тебя сверху. Фонарик не включай зря, могут заметить. Артём, к тебе идут двое. Попробую прикрыть тебя сверху. Салага, думаешь, неделю дежурил, тут ты уже понял все? Ладно, не все.
С этим мусором, когда нормальные пушки в оружейке пылятся. А может и не пылятся вовсе. Думаю, наши против рейха операцию готовят. Или против красных. Вот и собрали все лучше. А нам все равно на передовую не идти, нам и такого хватит. В начальстве не враги себя. Да и я лучше на передовую. Это же рухли. Электричество. Ну и смысл мне с выключенным прожектором наверху. Там, похоже, есть переход дальше, но будь осторожен.